Украины по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Георгий Тука резко раскритиковал политиков, выступающих за полную блокаду Донбасса. Да жопы, что он там раскритиковал! Этот человек стоял у истока сознания сайта. Он уже группа, он уже большой вам группа, потому что он раскритиковал. При этом Тука убежден, что если разорвать связи с Донецком и Луганском, реинтегрировать эти территории никогда не удастся. А если Киев официально перестанет поставлять воду в ЛНР,